Сразу ты чё? А чё ты меня нифига не воруешь, блин? Мне чё, самому его воровать у себя? Ну отстань. Ну давай, забей, блядь. Ты ведь хочешь это сделать, сука. Хочу. Ну вот и не сделаешь, значит. Блядь, только попробуй. Сука. Я же найду тебя потом, да. Угрозы нет, пошли нет. От агента птички. Ну ты, блядь. Ну ты, конечно, сука. Блин, чисто. А ворота какие, такие помацаты. Я тебе помацаю. Кого? Мене, блин. Помацай, помацай, только мне это не надо. Да не, блядь, хули ты так, когда, блядь, так, да сука, когда не стоишь-то, блядь? Ты мне объясни. Да хули ты не стоишь, как тогда, объясни. Да, блядь. Последний слово импотента. Теперь мы знаем про агента птичку еще больше. Да я не импотент, ты че, ебанутый? Я ЧСВ просто. Когда выбрал и да из двух зол меньше, блядь. Куда я полетел? Да ладно, сейчас вам, доучим. Блядь. Гол, блядь. Еще один сейчас был бы, если бы он не коснулся, наверное. Блять, что-то там трайц, вайнс, найнс, блять, на нахуй поебал. А, стоп, на стойке матча, сейчас. Хендехол, сука. Сменили карту. Почему, блять, у меня. Объясните мне, почему у меня вы такие громкие, а играть тихо, нам... что делать? Нам пойдет человек под никнеймом Деликта или нет? Что сделать? Нам пойдет человек под никнеймом Деликта или нет? Я не понимаю, почему игра такая тихо, а вы такие громкие, блядь. Как вы а ты мне на вопрос ответишь? Какой нахуй вопрос? А ты кто вообще? Давай для начала так. А, это Деликт, да? Деликт, ты пойдешь, нет? Блядь, я сдох! А чё за минута молчания, блядь? Поздравляю! Я заболел говном! И чё там, грипп, ОРВИ, чё у тебя там? Коронавирус. Я посреди улицы упал. Посреди улицы? Блядь, такая полезная информация, пиздец. А интересно, в реальной жизни? Я заболел, блин, я заболел говном, знаешь? К ней сейчас подходит врач, не волнуйтесь, я врач говна, знаешь? Вы охуели, вас двое, пошли нахуй! Карима, чё ты ко мне зашёл? Ну все, пошли. Да, блин, это не то. Так переместись в команду, блин. Я на авто нажал. Смени команду. Чё ты не меняешь, блин? Смени команду. Я давно сменил. Сменил, ты слепой. А, ну все. Глаза просто долбишься. Я их не долбись в глаза, пожалуйста. Действительно. Нет, ну не действительно глаза, я. Ведь вы фигово. Можете пропустить момент, который изменит вашу жизнь. Не, ну ты реально охуел, дядь. Карим просто хорошо отбил. По-моему, да. Я коснулся его. Это чё? Это когда я стал менее агрессивным, блядь. Да сука, так рядом, блядь! Ёбаный ты стул! Ну сука, так рядом, блядь, ёбаный ты стул! Мне кажется, птичка сейчас там нахер все размотает на тебя в квартире. Сука! А, блядь! Блядь, капец ты этот! В тебя вселились эти, как их знаешь, блядь. Суки, блядь! В тебя взяли сети, знаешь их, блин, суки, блядь. На нахуй, блядь. Я злой, сука. Капец. Деликта, беру свой слово назад. Ты бомбишь менее, это как его, меньше, чем птичка. Не понял сейчас, я вообще не бомблю так-то. Да не, бомбишь иногда просто. Нет, Ярик, ты вообще сейчас не по-хорошему поступаешь, какую-то херню говоришь. Да правда. Куда ты его, блядь, отбил?
Ну, не сука, понял. Ну как ты заебал? Ты охуел, блядь, реально, дядь. Теперь, когда я смотрю на птичку, я понимаю, что это реально медведь. Или небо, если это вообще твое можно назвать замблением, тогда намного меньше, чем у птички. Оглянулся всем тут. Ну, иди, докажи мне свою мускулинность. Нашел на ком отрываться, да, блядь? Так я и так на них отрываюсь. Слышь ты, блядь, отрыву нахуй, я тебе сейчас твою дрочилку отрыву. Я тебе, блядь, твою дрочилку нахуй сейчас оторву, блядь. Ярик отрывун. Блядь! Блядь! Не, ну ты посмотри на это, ну это пиздец, мы оба не смогли отбить. Смотри, смотри. Бля! Кстати, если бы Кейк, блядь, в мяч врезался, я бы вообще, блядь, стул нахуй я, разбивал. Кстати, его не задел. Блядь, наконец-то он по мячу попал. В смысле, наконец-то? О, видал, да? Ярик уже вселяется в меня потихоньку. Нет! Мяч, блядь, ёбаный нахуй. Сука, реально круглая хуйта, блядь. Мячик. Блять, какой нахуй футбольный мячик, блять? Футбольный мячик, чё непонятно? Пересмотрели, блять, свои мемы, это все ваши компьютеры, блять. Ну, блять! Не то, что PlayStation, да? Да, вообще, блять, PlayStation отстает. Карим чисто прямой по кворотам отбил моим. На, нахуй, на, блять. Хорошо, что птичка этого не задела. Ебанулся, блять. Птичка уже ничего не замечает. Как бы ему похуй. Мне похуй, блядь, я толкаю всех, я взрываю всех, я отбиваю, блядь. Вот это я понимаю. Пошел в режим бегать. Правильно. А где мяч? Агент, да. Блядь! Блядь, капец, это барабанщиком становится. Где эти учебники, блядь, ёбаные, я их нахуй сейчас порву. Ты платить за это будешь потом? Это нихуя, блядь! Это не по-еврейски. Мне похуй, еврейские законы, блядь. Причём это вообще еврейские законы, блядь? Потому что я еврей. Мне похуй. Не понял. Я понимаю. Блять, и что за шутки, Евгений? Погоди, блять, вот мне интересно. Как ты не забил? Потому что я сбоку. Я даже мяч остановил для этого, блин. Нахуй этот мяч, блять, просто в пизду. Ну блять, сделайте мне квадрат, пожалуйста, я хочу Майнкрафт, блять. Майнкрафт, это моя жизнь. Я тебя умоляю, сделай мне Майнкрафт, сделай квадрат, я тебя умешаю, блять. Сделай мне квадрат. Сделай мне хорошо квадрат. Появляется Чем? Много идей для того, что можно создать в Майнкрафте. Квадрат, например, да? Колесовый мячик. Колесовый мячик? Не, ну вот, кстати, мячик из... Да почти я бил! У меня тогда хулёс, блядь! Пипец. Да и кто, надеюсь, ты записываешь? А, сейчас.